Доброго вечора, пані та панове. Це вечірня мистецька студія програми «Твій день» у прямому ефірі телеканалу ТВІ. І просто зараз у нас два серйозних бородатих, я б навіть сказав, джентльмена. Це Андрій Ріфмастер Антоненко, фронтмен проекту «Ріфмастер», і Олексій Курбаков, бас-гітарист цього проекту. Здравствуйте. Доброго дня. Почнемо нашу розмову здалека, з таких просторових питань. Як виникла взагалі ідея займатися музикою в дитинстві? Я, наприклад, колись дуже хотів навчитись грати на гітарі, але в школі у мене не було секції гітари, була секція скрипки. Я думаю, там воно ж схоже. Взяв, пішов на скрипку, потім прийшлось перевчатись. У вас як відбувалось? Я ненавидів музику. В дитинстві не збирався бути взагалі музикантом. Ну, тобто, ну, музика мені подобалась просто, ну, тому що... Вот. Но... Меня в 6 лет отдали на фортепиано, это все было из-под палки, как говорится. У меня с тех пор ненависть и злоба к фортепиано до сих пор. Ну просто оно надо, поэтому я вот хорошо, что оно было. Возненавидел все, что с этим связано. Потом в 3 классе пришли эти селекционеры, как это в спорте говорят. И детей начали растаскивать там по музыкальным школам. И стадный инстинкт, все пошли, и я пошел еще раз. И так попал в музыкальную школу. По класу цимбал. Вот. Тобто освіта і там клавішні, і цимбали, але граєш на гітарі. Ні, у мене по клавішам нету освіти. Клавіші — це як, скажімо, дополнительний інструмент. Но у мене два музикальних образування, но у мене дирижерсько-хорове образование плюс гітарне образование як преподаватель. І клас, ну, типу школа по цимбалам, красний диплом. В тебе, Олексій, як любов до музики? Ну, у мене, мабуть, одразу, як закінчився пубертатний період, одразу захотілося грати на якомусь інструменті, для того, щоб, скоріше всього, привлечь внимание со стороны женского пола. І вибрав бас-гітару? Конечно. Сам і одразу? Да, ні, там просто струн менше. Мені було проще. Окей, як сольний проект «Ріфмастер» існує, якщо не помиляюсь, 8 років, десь з 2006-го, так? Ну, я скажу так, задумався він в 2003-м, він почав пробиватися росточком з 3-го року, тому що в 2002-м «Даз Машин» прекратив существування, це був перший раз такий варіант. Вот. І в 2003-м, вернее, в том же втором середине уже были записаны пробные синглы какие-то. Вот, поэтому в 2003-м как бы он заявился, но потом опять возник «Даз Машин», и уже с 2007 года, по-моему, в 7-м или 8-м альбом вышел официально. В 8-м уже вышел официальный альбом, ну вот где-то можно так. Звідки взялась назва, чи ж псевдоним «Ріфмастер»? А это давняя история, мы когда-то так плотно тусовали и с группой «Четыре короля», и с Потапом, с Юрой Игровым, «Юга». Кафе было в этом самом, в «Пассаже», «Вечерний Киев». И, в общем, вот этот весь шалман там крутился. И «Снеки» Сережа Семенов как раз меня этим словом и назвал. Ну, мы как-то там поужинали, что ли, все такие веселые, что та-ла-ла-ла-ла, там Тоха-Тоха, там ты же мастер гитарного рифа, да ты же рифмастер. Вот это оно просто возникло. И зачепилось. И зачепилось, да. Я понял. До «Ріфмастера» были проекты и «Даз Машин», еще вам изгаданный, и «Едем». Это проекты значно тяжче. Ну, «Едем» живет, собственно говоря. «Едем» существует. Участь, за вашей участи. Конечно, конечно. Пишется там все. Как поєднувати тяжкую музыку и більш легку? Не важко? Ну, это все единый корень, это все рок-музыка, просто немножко разные ее проявления. Я не могу сказать, что... Ну, скажем так, «Ріфмастер» — это более удобоваримый такой продукт для широкой публики. Да, потому что все-таки, ну, более песенные формы, хотя они, в общем-то, везде у нас, ну, просто и по звуку, и по смысловому, в общем-то, нагрузу. Это для... скажем так, широких масс, больше, много лирики, ну, как бы так. «Едем» — это же, ну, опять же таки, как смотреть, если рассматривать и западный рынок, ну, и фирменный, то есть это тоже, в общем-то, музыка широкого загалу, как то кажется, в украинском. Вот, но мы находимся здесь, я в ровной степени люблю и то, и там выражаюсь, и здесь, ну, просто это совсем родное-родное, это все-таки, как бы там... лирические кнопки и недра души, поэтому, в общем-то, как-то так.
Рок-музика і рок-культура в цілому на старті вашої музичної кар'єри і зараз одне і те ж саме, чи різні речі? Ну, я думаю, то же саме. Якщо б, ну, скажімо, єдинна різниця в тому, що поначалу, я думаю, уверен, Леха со мною согласиться, це все було на рівні, скажімо, самопальних примочек. Да, страсти такой какой-то. Ну, никогда это не было у нас модным, так сказать, восприятием. Это больше, чем увлечение, ну вот просто как-то так. Ну, страсть, можно сказать, да, вот именно к музыке, любовь такая большая. Сейчас это уже профессия. Ну, я уверен, что никто об этом не думал, просто оно шло своим чередом. И, скажем так, обрастали приоритеты таким образом, что во главе стола стояла всегда музыка. Все остальное, если там, если не хватало денег, все ходили на работу, но только лишь ради того, чтобы поддерживать свое любимое дело и занятие, чтобы заниматься музыкой, чтобы ни от кого не зависеть, я имею в виду там какие-то там продюсеры, еще, ну, в плохом смысле этого слова, которые могут нам навязать свое видение, что говорить, что делать. То есть мы всегда були, остаємося і будемо независимими в цьому сенсі. Найбільш чесна каста музикантів. Абсолютно вірно. Поэтому і матеріал у нас такий, в общем-то, чесний. Ми робимо те, що вважаємо нужним, так, як чуємо. Звісно, ми співпрацюємо з людьми, з якими, ну, ми пишемо, там, здаємо продукт, ми взвешиваем какие-то нюансы, но с точки зрения, может быть, ну, остаемся перед собой в первую очередь, честно. Но в первую очередь, если нам что-то, нам самим что-то перечит нашему внутреннему состоянию, мы всегда от этого отказываемся, какое бы оно ни было заманчиво. Это правило номер один. По вашому відчуттю, тяжка сцена в Україні розвивається, прогресує чи маємо занепад? Она как-то, вы знаете, я так скажу. Мало хто взагалі ще знає про цю сферу. Я думаю, что развивается, просто как бы этому не уделяется особого внимания. Ну, по крайней мере, ну да, по большому счету. Тот, кто хочет узнать, что происходит на сегодняшний момент в тяжелой музыке, наверное, надо походить на концерты, посмотреть. То есть очень много талантливой молодежи, которая играет очень хорошую, перспективную и модную музыку там, в этих всех тяжелых направлениях. Причем их очень много. Ну, але от уваги до тяжкої музики з боку, наприклад, медіа немає зовсім, тому що всім відомо, що музикант без медіа йому складно пробиватись. Ні радіо не крутять тяжку музику, там, ні телебачення не показує. Є там кілька специфічних вузькопрофільних каналів, так, але цього, мабуть, недостатньо. Чи не важко бути в Україні музикантом, який грає тяжку музику? А кому сейчас легко? Достукатись взагалі до слухача. Я думаю, легко? Что одно, сейчас как бы существуют совершенно другие каналы, через которые можно коммуницировать со своими слушателями. Интернет, да, интернет как бы решает все вопросы. Плюс цыганская почта, опять же таки. Mm-hmm. Я убедился на 1000000%, что по большому-то счету, если так глубоко уже копать, что не имеет значения. Нет, понятно, там телевизор что-то, оно, конечно, какую-то функцию исполняет. Но вещи такие, как цыганская почта и материал, может быть, в ужасном состоянии записана песня, но она, вот ты смотришь, и понимаешь, вот каким образом она вообще доходит до людей? Тот дал посыл. Ну, как раньше было, да? Вот цыганская почта раздувается, ну, просто и люди начинают слушать, переписывать, там, сям, то сям. Поэтому, по большому счету, если так совсем философствовать, ничего не имеет значения. Материал, песня. Если есть песня, если она будет работать, она будет работать. Несмотря ни на что. В каком бы она направлении ни было написано. Это все искусственно создано и подогнано. На самом деле важен материал. Она дойдет. Дойдет. Якщо воно цепляє, то воно знайде свого слухача. 100%. Розкажіть про вашу співпрацю з Сергієм Кузіним. Як давно познайомились, як давно співпрацюєте? З Серегою ми познайомились так уже лет, ну не знаю скільки, ну, по, ну більше, давно, там, 5-6, да? Там. Да, ще, от як тільки, по-моєму, ще у Дизеля починались джемсейшни, там пересікались, там-сям, потім уже так більш тісно. Первое видео снимал Серега с Соней. Вот как раз у них там дуэт этот первый был. Uh-huh. И пригласили нас с Лешей Большим поучаствовать в видео, там, типа, как бэнд. Вот. Там мы уже так совсем уже так тесно познакомились, все-все. И, в общем-то, где-то виделись туда-сюда. Потом юбилей был у Кузина, мы там тоже встретились, там концерт был такой, там туда-сюда, значит. И была одна песня Саша Егорова, он автор вообще этой песни. Uh-huh. Я так сидел, и она раз просто начала нажимать там на мои внутренние кнопки. Ну, вот вызвала эмоцию, такой, я говорю, Серега, давай ее сделаем.
Заложники зими? Да, заложники зими. Да, да, да. Давайте подивимось фрагмент відео на цю пісню. Древний город под дождем, в тучах прячется луна, а на небе принимают закон, нужна ли весна. Мол, привыкли к холодам, на нее и денег нет. Продала сова, летит по домам слеза. И все большой привет, и больше нет весны. Смотрю в твои глаза и не знаю, что сказать. Или дальше продолжать умирать, или кричать. Растопить бы лютый лед, но там как повезет, так из года в год Назея живет и ждет в моей стране народ, как хочется весны. Сергієм Кужиним, ріфмастер. У вас 11 числа в клубі «Гоголь Бордело» відбудеться сольний великий концерт. Чого чекати вашим прихильникам? Що готуєте для них? Готуємо большую сольну програму. Я думаю, вона буде більше 2 часов. Півтора часа безобразия. Да, а потім розговори, а потім пісні, да. Будуть старі пісні, пісні для нової пластинки. Ну, що-то буде цікаве, я так думаю. Завжди хотів запитати рокерів, які отак от зататуйовані. Гітари на сцені ламати приходилось? Да ні. Вони ж дорогі. Це все пафос і... Вони ж з таким трудом достаються. Просто в Америці інших гітар нету, тому не ламають. Ну, за який-небудь там Урал можна було. Уралом можна сцену проламити. От в чому справа. Татуювання мають значення чи це просто дань культурі? Ні, звісно, значення. Це все события в житті. Тобто ми, кожне татуювання, да, ми, це... як я говорив раніше, ми не йдемо за модою. Все, що непосредственно внутрі, все, що відбувається в житті, як і музика, як і тексти, як і все, це все, що непосредственно пережито. Ну що ж, запрошуєте на фінальний концерт? Ми запрошуємо всіх на концерт. Приходите к нам 11-го. Июня буде цікаво, будемо веселитися, опять пісні, горлопанить. І вести себе по-рокерски, да? Вести себе по-рокерски. Это будет мирная акция. Вообще хочется сказать, пожелать всем мира, сказать слава Украине, героям слава. Мы за мир. На такій добрій ноті, позитивній, закінчуємо. Дякую, що прийшли. Андрій Ріфмастер Антоненко і Олексій Курбаков. Проект «Ріфмастер» був у нас в студії на каналі ТВАЙ. Ми ж прощаємось з вами до завтра, до 11 ранку. Твій день знову з вами зустрінеться. Приємного вечора вам.